сестра, кофе хотел дать согреться. Возьми, пожалуйста. Одну возьми, одну. Одну возьми, и сахар тоже возьми, и палочку. Два сахара и палочку возьми. Сама откуда? Я Узбекистан. А, тебе приятно? Попечь, согрейся, сестра. Ему тоже сейчас дам я, хорошо? Согрейся. Давай. Здорово, братан. Откуда сам, брат? Узбекистан. Возьми, брат. Хотел согреться, тебе кофе взял, брат. О, спасибо. Давай, брат. Давай, большое спасибо. С Новым годом. Мусульмане должны друг другу помогать, брат. Это самое главное. Ничего страшного. Где твои перчатки? Там, внизу. А, внизу? Да. Давай, брат. Давай, спасибо, брат. Это чисто от меня. Вот. А ну, одень их, дай ко мне, подержи. А ну, надень, посмотри, как они тебе. Да, открой. Давай, посмотри. Мы, мусульмане, должны друг другу помогать. Надо один, один, ты от себя один, это типа твои, я тебе взял. Хорошо. А ну и тоже один. Посмотри, как тебе они, нормально? Да, хорошие. Вот, сейчас теплее будешь. Салам алейкум. Откуда сам, брат? Кофе тебе, брат, чтобы ты согрелся. Вон та же. Перчатки где твои? Ну, мокрые. Мокрые, да? Возьми мои, брат мой. Не, не надо. Они есть. Новые. Одень, брат, одень. Сделай то, что я говорю. Дай кофе подержи. Одень перчатки. Это новые, я их даже не одевал. А ну, я тоже один, брат. Как, брат, тепло? Тепло, нормально. Давай, брат, алхамдулиллях, что у тебя все было хорошо. Спасибо. Давай, брат, салам алейкум, брат.